Бизнес за 4 минуты. В городском округе Люберцы открылся первый офис многофункционального центра со специальным окном для обслуживания малого и среднего бизнеса. Теперь там можно будет решать различные вопросы, стоящие перед организацией. От регистрации до получения лицензий. Музыканты, баскетбольный матч, выступление артиста со званием «Кристальный голос Москвы» Александра Чайки. Среди приглашенных гостей – официальные лица, общественные деятели, журналисты. Все это не программа городского фестиваля. Это открытие еще одного многофункционального центра в Люберецком дворе по улице Авиаторов. За вот этих буквально 5 месяцев через Люберецкое МФЦ прошло более 102 тысяч человек. У нас сегодня 61 окно открыто. Что такое 102 тысячи? Это очень много. И люди, я насколько это понимаю, получают эту услугу очень быстро. Действительно, на то, чтобы подать или получить документы в одном из окон многофункционального центра, среднему человеку уходит не более 4 минут. Особенность этого центра еще и в том, что это первый в Люберцах офис МФЦ для бизнесменов. Наши предприниматели могут воспользоваться услугами так называемой корпорации МСП, узнать информацию о недвижимости, информацию о закупках, о финансировании, плюс ко всему составить бизнес-план, оформить лицензию на деятельность, ну и оформить КЭП. То есть это электронно-цифровая подпись. Открытие в Люберцах окон МФЦ для бизнесменов, которые будут работать 6 дней в неделю с 8 до 20.00, оценили в местном союзе промышленников и предпринимателей. Мы все уже осознали, что основа экономического благосостояния общества – это развитие экономики, и в частности развитие промышленности. Создание новых предприятий – это как раз тот первый шаг для того, чтобы жизнь стала лучше. Кроме того, для жителей микрорайона учреждение будет работать как паспортный стол. Также здесь можно будет без процентов оплатить коммунальные услуги. Конечно, необходимо поблагодарить управляющую компанию во главе с Мамином Сергеевичем Азизовым и ЖЭО-1, которые непосредственно участвовали в строительстве такого прекрасного многофункционального центра. Напомним, пилотный проект создания МФЦ для бизнеса стартовал в России в апреле 2016 года. В его реализации приняли участие 39 регионов. В ближайшее время в нашем округе откроют еще 2 центра – в Люберцах и в Томилине. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.